как так же хочется рыдать, упасть на пол под трески хвороста. Я не спешу людей звать, я просто утешаюсь Господом, когда мне некому пойти. Я живу отдельно, где непрестанно льют дожди. Тогда я утешаюсь Господа. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Он смог и все. Когда не властен избежать нежданного кинжала остро, и душно в сердце бинтовать, и утешаться только Господом. Когда мне нужно проходить опасный путь широкой поступи, и испытанием дверь открыть, тогда я утешаюсь Господа. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Он смог и все возможно мне, когда я утешал Господа. Держит он меня над пропастью, идти я буду до конца и утешаться только Господа. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Когда я утешаюсь Господа, когда я утешаюсь Господа.